проект «Люди равно Балаково», который посвящен предстоящему юбилею нашего города. Балаково – это город энергетиков, химиков, строителей, а с недавних пор еще и металлургов. Говорят, что работать в этой отрасли сложно, но герой нашего сюжета уверен, что любая работа в радость, если она любимая. Сталевар электросталеплавильного цеха металлургического завода Балаково Александр Мазин на днях отметил юбилей своей работы на предприятии. 10 лет назад он впервые перешагнул порог цеха в качестве работника. Свой первый рабочий день, полный суеты, он помнит до сих пор. Это было 11 июля 2012 года. Первый день, как у всех, прошел. Устройство на работу, потом водный инструктаж и инструктаж по технике безопасности проходили и по электробезопасности. С коллективом уже стажировались, то есть я всех уже знал. Инженер по профессии Александр специально для трудоустройства на завод прошел дополнительное обучение по металлургии черных металлов. А потом были 3 месяца стажировки, во время которой он изучал тонкости своей будущей профессии, превращаясь из подручного в настоящего сталевара. 10 лет назад, говорит Александр, здесь было все по-другому. На моих глазах строился цех полностью. Шахтную печь строили как конструктор. То есть собирали по кусочкам и вот в итоге построили все. Цех зашивали уже потом, когда построили. Сперва ставили краны 250-тонные, и потом уже работали кранами, и потом только зашивали печь. Да. Сперва все было открыто. Каждая смена сталевара расписана не только по минутам, но и по градусам. Металл необходимо довести до нужной температуры, и сделать это нужно так, чтобы на следующий агрегат он попал вовремя. Простое в производстве допускать нельзя. Несколько раз за время плавления берутся пробы на химический состав. Результат получают через несколько минут. Получаем задание от мастера на заданный химсостав плавки обрабатывать. Шахтная печь выпускает полупродукт, который мы потом доводим по химсоставу, производим десульфурацию, удаление серы из металла. Сера – это вредная примесь, мы ее удаляем. Когда сталь доводится до определенной температуры и химического состава, она передается на другой агрегат для дальнейшей разливки. День, ночь, отцепной, выходной – таков график работы на заводе. За 10 лет Александр к нему привык, и даже ночные смены совсем не в тягость. У каждого работника свой секрет, как не уснуть до утра. Постоянное движение, то есть не сидишь на одном месте, а постоянно ковши меняются, движение идет. И за счет этого нормально. Как на любом крупном предприятии, на металлургическом заводе высокие требования к дисциплине и технике безопасности. Есть даже такое выражение – правила на заводе – это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать. Поэтому у сталевара, как и у других специалистов, есть требования по экипировке, правильной обуви. Специальные очки с фильтрами защищают глаза от яркого сияния кипящего металла. Для того, чтобы пройти на завод, необходимо надеть соответствующую экипировку. Никаких открытых сандалий, обязательно должны быть длинные штаны, халат, респиратор, очки и каска. Важны и личные качества работника. Александр Мазин говорит, что в первую очередь сотрудник металлургического завода должен быть хладнокровным, спокойным и ничего не решать сгоряча. Требует постоянной концентрации, точный расчет должен быть ферросплава, температура высокая, должен быть, как бы сказать, холодный ум. То есть в нештатной ситуации ты должен сработать оперативно, быстро. Мы работаем как команда, то есть каждый выполняет свою определенную функцию для достижения общего результата. Каждый, кто готов работать на большом заводе, понимает с самого начала все сложности производственных профессий. Ответственность, умение работать в команде и вовремя подставить плечо, профессионализм – все эти качества присущи, наверное, каждому сотруднику металлургического завода Балаково. За это работников и ценят. А заводчане, видя, как развивается предприятие, понимают, что работа на перспективу необходима. Все стабильно и развивается, строится еще один завод. Главное, чтобы были рабочие места и чтобы компания развивала город. Металлургический завод очень сильно помогает городу в плане развития. Металлургическая отрасль в Балакове развивается не так давно, но с каждым годом все больше молодых людей получают профессии, связанные с этим направлением. Они видят, что завод в Балакове стабильно работает и наращивает производство, и это дает уверенность в завтрашнем дне. И перешагнув однажды порог цеха, многие из них останутся здесь на годы, как герой нашего сюжета – сталевар Александр Мазин.